Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом стало известно благодаря проболтавшемуся бывшему мужу, актеру Гоше Куценко. Во время одного из интервью он случайно заявил, она вышла замуж 2 месяца назад. Однако имя избранника знаменитой актрисы Гоши Куценко предпочел не называть, оставив это загадкой для поклонников. Слухи о новом романе Марии Порошиной начали распространяться после того, как актриса появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Это не могло не вызвать волну разговоров и спекуляций. Однако сама блондинка предпочитает держать свою личную жизнь в строжайшей тайне. Напомним, что в 2019 году Мария стала мамой, однако отцовство ребенка остается загадкой по сей день. Слухи ходили о романе актрисы с женатым коллегой Ярославом Бойко, но он все отрицал, утверждая, что счастлив в своей семейной жизни. На днях Мария Порошина посетила премьеру нового фильма своего бывшего супруга, Гоши Куценко, поддержав его на киносеансе вместе с дочерями Полиной и Глафирой. Ранее сообщалось, что Мария Порошина с короткой стрижкой показала выросших дочерей и рассказала, какое домашнее прозвище имеет маленький сын.